Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 21 августа, время 10 часов 12 минут. Сегодня дали опять один комплект всего стоек. Я его уже сделала, как говорится. Он стоит 576 рублей. Сейчас пойду на склад к кладовщику и буду узнавать насчет работы, что они дадут. Чуть не открывает склад. Сейчас посмотрим, что предложат опять. Что насчет работы? Ничего, все то же самое. Все тоже, да? Александр Борисович сказал больше не давать, да? Еще один комплект. Один комплект и все. Вот так. Мобинг продолжается у нас на работе. Все люди работают, которые неофициально устроенные, мне дают только один комплект на 2 часа. И все. Потом делай, что хочешь, как говорится. Сидишь без работы. Но этих неустроенных людей они сделали просто. Вызвали к себе, взяли по 2 заявления. Одно на устройство на работу, другое на уход с работы. Но числа не поставили. Что если вдруг комиссия, чтобы отчитаться, вот так тут делают. В общем, до следующих видео. Буду теперь сидеть, телевизор смотреть вот в этом кресле. Все. Пока.